Привет, друзья! Сегодня по просьбе разберем песню «Фарамир, мы дети» в тональности ля минор. Родная тональность. Сыграем вступление, куплет, проигрыш. И я подробно расскажу, что, как играть. Итак, приступим. Сначала по традиции разбираем аккорды. Аккорды несложные, расскажу все. Первый ля минор, первая открытая, вторая на первом, третья, четвертая на втором ладочке, пятая басовая. Есть, будет аккорд ля сус 2. От нашего ля минора приподнимаем указательный палец, открываем вторую струну. И вот такой аккорд получается. Следующий аккорд фа мажор. Можем взять его в баре, можем взять без баре. Я покажу два варианта. С баре указательный палец пережимаем баре. Первый лад. Третья на втором, четвертая, пятая на третьем ладу. Басовая пятая струна в нашем случае играется. Можно взять без баре. Оставляем все как есть, только указательный палец ставим первую и вторую струну, пережимаем. И вот такой у нас фа-мажор получился. Следующий аккорд ре-минор. Первая на первом, вторая на третьем ладу, третья на втором, басовая четвертая. Понятно. Следующий ми-минор. Четвертая, пятая струна на втором ладу. Басовая струна или шестая, или четвертая. Вот будет аккорд в песне еще ми септ аккорд. Вторая на третьем ладу, третья на первом и пятая на втором. Будет аккорд фа, вернемся к фа мейдж. Прижимаем четвертую на третьем, третью на втором, вторую на первом. Первая открытая. Басовая четвертая струна. Вот. Вот и все аккорды. Давайте разберем вступление. Начинаем вступление играть на аккорде ля сус 2. Играем 5-4-3-2. Второй раз играем. Потом 4-3-4. Первый ход наш, второй. Берем аккорд фа мейдж, играем только вторую струну, мы не прижимаем, открытая вторая. Играть у нас 5 4 3 2. Давайте я по ноткам скажу. Четвертая, пятая струна на третьем ладу и третья на втором. Дальше. Сыграли открытую и хаммер на первый лад. Вторая струна. Вот так. Давайте две части вместе сыграем.
Дальше третья часть, снова ля сус 2 ставим. Играем 5-4-3-2. Дальше мизинцем представляем на третий лад, вторая струна прижимается. Снова играем 5-4-3-2. Вот сыграли. Дальше убираем мизинец, открываем вторую струну, играем 4-3-2. Ясно. Дальше. Играем фа мейдж. Играем 5-4-3-2. Вторая открытая, и сразу представляем на втором ладу вторую струну на первом ладочке. Понятно. Дальше. Играем пятую и первую одновременно. Потом играем 4, 3 и 2. Еще раз. Вот четвертая часть. Дальше играем пятой части снова ля сус 2. Опять-таки пятая, четвертая, третья, вторая. Дальше третья, первая. И вторая. Два раза мы такое играем. Идем дальше. Снова ставим аккорд фа мейдж. Так само мы играем хаммер. 5-4-3-2. Открытая и на первом ладу вторая. Дальше 4-3-4. Первая. Четвертая, третья, вторая. Поднимаем палец указательный и снова четвертая, третья и вторая. Вот так. Дальше играем ля сус 2. 5-4-3-2. 4-3-4. Вторая на третьем. Третья, четвертая, третья. Убираем мизинец, ставим ля минор, вторая струна на первом ладу. Дальше. Приподнимаем палец, играем 4-3-2. Еще раз сначала. Ясно. Дальше. Снова ставим фа мейдж. Играем пятую и вторую открытую. Прижимаем вторую. Потом 4-3. 4-2. 3-2-1. Вторая, четвертая, открываем вторую, и шестая прижимается на третьем ладу. Еще раз. И заканчивается вступление, выходим на ля сус 2. Играем. 5-4-3-2, потом 3-2-1, дальше 2-3-4-3-2-3. И четвертое заканчиваем. Это два раза мы играем.
выходим на куплет. Куплет мы играем таким перебором. 5-4-3-2. Потом 4-3-4. Можем вот на аккорде фа, например, играть третью, вторую, первую. Или чередовать. Сначала бас 4-3-2. Потом бас 3-2-1. То есть или эти три струны, или нижние три струны. На аккорде ми так само. Аккорд ре играется бас 4, 4-3-2-1, 3-2-3. Вот с перебором понятно. Давайте посмотрим, еще проигрыш там был. Разберем. Играем аккорд ля минор. Даже ля сус 2 мы берем без указательного пальца. Играем пятую и первую одновременно. Потом 4-3. Играем хаммер пул хаммер. Вторая струна. Открытая, первый лад и открытая. Потом 3-4 и первая. Потом 4-3-2. Прижимаем вторую на третьем. Дальше 4. И вторая в аккорде ля минор на первом ладу. Еще раз. Вот так. И дальше на фа мейдж. Играем открытую вторую и пятую. 4-3. Вторую прижимаем на первом. 4-3. Дальше 5-4-3. И бас шестая на третьем. Вот такая у нас получилась песня. Пробуйте, у вас, конечно, все получится. Вся песня играется одинаково, перебором. Все аккорды у меня расписаны на сайте. Смотрите, полностью вся песня с аккордами. Пробуйте, у вас все получится. Всем желаю успехов. Пока.